президент страны не человек. Мне кажется, это еще раньше можно было сделать, потому что как-то слухи давно об этом упорно ходили, что они уже давно не вместе. Но, тем не менее, это, конечно, их личное дело, это личная жизнь каждого, сообщать об этом или не сообщать, разводиться или нет. Но я считаю, что у нас есть прекрасные мировые примеры того же Саркози, который не постеснялся развестись со своей женой и, в общем-то, выбрать девушку, которую он любит. Почему нет?